Короче, был когда-то такой знаменитый одесский скрипач Буся Голдштейн. Так вот, этому мальчику в 1934 году было 12 лет, и его в колонном зале Дома Союзов сам всесоюзный староста Калинин награждал орденом за победу на каком-то международном музыкальном конкурсе. Колонный зал, мальчику 12 лет, его мама перед самым началом церемонии отзывает и говорит: «Буся, когда дедушка Калинин пришпилит тебе орден, ты громко скажи: „Дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости“». Он говорит: „Мама, неудобно“. Она говорит: „Буся, ты скажешь“». Начинается церемония, Калинин ему пришпиливает орден, мальчик послушно говорит: «Дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости». И тут же из зала хорошо поставленным голосом дикий крик Бусиной мамы: «Буся, что ты говоришь? Мы же живем в коммунальной квартире». Вы думаете, они через неделю получили квартиру? На следующий день. С тебя лайк и подписка.